Городская полиция по наводке сотрудников ФСБ задержала троих оборовчан, которые пытались продать обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Криминальный ствол предлагался покупателю за 10 тысяч рублей. Установив личность одного из подозреваемых, оперативники при поддержке СОБРа хитростью ворвались в его квартиру. 29-летний мужчина, который по оперативным данным и был главарем этой группы, хранил дома не только обрез. При обыске в доме на Трехгорной улице нашли еще 2 единицы оружия ограниченного поражения. Причем боеприпасы к осе были разобраны. Похоже, при попытке сделать из травматического патрона подобие боевого. И эти стволы были нелегальными, похоже, их еще просто не успели продать. Обвинение в сбытии оружия предъявлено и сообщникам задержанного – 25-летней женщине и 27-летнему хабаровчанину. Ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и вымогательства. Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Все подозреваемые находились в розыске. Главарь и женщина за организацию азартных игр, третий скрылся от суда за кражу. По оперативным данным, эта компания промышляла всевозможным криминалом – от магазинных краж до обмана. И в конце концов доросла до оружейной темы. Подозреваемые арестованы. С места происшествия Анастасия Привецкая и Андрей Алферов.